Это психоделический фильм. Он реализует новые формы визуализации эмоций. Эмоционально-образная философия. Он отличается необычной, уникальной концепцией. Заставляет по-другому посмотреть на себя и окружающую действительность. Предлагает альтернативный взгляд на реальность. Он раскрывает внутренний человеческий конфликт истины и идеала. Он ни о чем конкретно и обо всем сразу. Его сюжет невозможно рассказать, невозможно понять сразу и понять до конца. Для людей поверхностных этот фильм покажется странным. Мир, в котором мы живем, диктует свои условия, и погруженные в его суету, люди живут, не замечая, что у каждого есть своя суть. Но человек считает свою жизнь осмысленной только до какого-то момента, который меняет все. Эту грань невозможно осмыслить и невозможно объяснить. Эмоциональное воздействие, которое несет этот фильм, помогает глубокому человеку расширить свое сознание, а осмысление визуального ряда уводит за грань материальной реальности, помогает погрузиться в духовность и изменить мировоззрение. Бывают моменты, когда ты не можешь найти связь с этой жизнью, не можешь понять свою суть. Ищешь свой путь, а все двери закрыты, они не твои. Ты носишь чужие образы, проживая навязанную судьбу. Как узнать свое предназначение? Научиться слышать свою интуицию, научиться верить в себя и перестать сомневаться. Возможно, сейчас ты найдешь свой ответ. В жизни бывают моменты, когда все рушится, когда взваливается столько проблем, что хочется закрыться от всего мира. Земля уходит из-под ног, и ты не знаешь, в какие двери стучаться, чтобы тебе объяснили, что происходит. Когда чувствуешь, что в жизни что-то меняется, тебя преследует полоса неудач, значит, грядут перемены. Когда стоишь на распутье и не знаешь, как жить дальше, остановись и прислушайся. Ты подходишь к черте, за которой нужно меняться. Тебе можно помочь, но все зависит от тебя. Если не пожелаешь себе хорошего, никто тебе не поможет. Если ты ничего не желаешь, ничего и не будет. Как захотеть изменить себя? Новое не приходит на старое. Всегда есть то, что мешает его впустить. Что мешает тебе? Почему тебе жалко себя? Проще жить на своей правоте? Когда человек начинает слушать свое сердце, наступает раскаяние. Но мало кто способен на искренность. Проще обвинять. И любая просьба, любая судьба приходит порой не в том образе, в котором просишь. Каждый индивидуален. Но мир, в котором мы живем, диктует свои условия. Навязанные комплексы рождают неуверенность, не дают раскрыть себя и открыть дорогу вперед. Приходится подстраиваться под других. Приходится идти на поводу чужих эмоций. Но навязанное не становится твоим. Как закрыться от прошлого? Как узнать свои возможности? Как найти свой путь? Этот фильм – часть проекта «Инкарнация», который помогает поменять свою суть и стать тем, к чему стремится твоя душа. Опустошенный никому не нужен,
Не ищи счастья в толпе, там его нет. Я помогаю проявить то внутреннее состояние, с которым хочется жить. Я вынимаю твою суть. Опустошенный наполнится, растерянный увидит свой путь. Этот фильм – зеркало, ключ к себе. В нем каждый видит свое, и на каждого он действует по-своему, потому что у каждого суть своя. Сейчас ты увидишь отражение своей сути. Почувствуешь как бы со стороны свое состояние, с которым живешь, и увидишь мир другим. Это твой шанс. Ты поймешь, что сделать, чтобы найти и воплотить свою мечту. Когда спадут барьеры сознания, ты сможешь шагнуть в свой мир. Люди живут повседневной жизнью, не замечая, что их окружает. В звуках окружающего мира можно почувствовать высшую гармонию. Музыкальность наполняет пространство жизни духовностью. Рождающиеся эмоции меняют состояние души. Музыка создает гармонию внутри нас. Она обогащает и придает высший смысл. И если суть этого фильма ускользнет, эмоции, которыми он наполняет, способны менять судьбу.